Добрый день, мои дорогие друзья. Сегодня с вами снова Дмитрий. И добро пожаловать на мой канал «Высшая школа рок-н-ролла». У нас продолжается большой цикл видео про «Джанни Би Гуд» от Чака Берри. Я разобрал оригинальное вступление, сыграл вступление из кинофильма «Назад в будущее», и сегодня я сыграю свое импровизационное вступление. И на очереди у нас разбор соло, также из этих трех источников. Поэтому, если вы неравнодушны к гитарному рок-н-роллу, то обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Обыгрывание вступления и соло можно условно разделить так. Первое – обыгрывание известных партий, то есть повторение оригинала. И второе – это создание своей импровизационной партии, близкой к оригиналу или сильно отличную. Уверен, что многим хочется повторить оригинальные партии. В настоящее время сделать это совсем несложно, информации полно. Так что сиди и играй. Когда я играю данную тему, получается, что я держу в голове яркие моменты, а связующие партии играю свободными фишками, соблюдая логичность темы. Получается, что, четко понимая логику композиции, нам открывается возможность легко оперировать музыкальными фразами. Изначально многие рок-н-ролльные соло и пассажи придумывались и записывались прямо на студии, а уже затем стали хрестоматийными. Вернемся к «Джанни Би Гуд». Песня строится на стандартный 12-тактовый блюзовый квадрат, и наше вступление как раз укладывается в один полный квадрат. Если вы попытаетесь пропеть гитарную тему, то, скорее всего, яркие моменты вы наверняка вспомните и пропоете, а связующие пассажи вряд ли. Значит, первая задача для узнаваемости темы – это оставить яркие музыкальные фрагменты. Ярким моментом во вступлении является первая фраза по второй первым струнам. Затем проход по басовым струнам. Удивительно, но здесь звучат одинаковые ноты, только с разницей в октаву. И, конечно, средняя часть – это крутые ритмичные подтяжки от Чака Берри. Эти фрагменты должны обязательно быть в любом вступлении для того, чтобы слушатель признал песню. Вот мой вариант обыгрыша первых двух тактов. Сложно что-либо сделать отличное от оригинала. Задача первого такта – задать настроение, а задача второго такта – сделать связку, проходящую к басовым нотам. Но можно здесь поиграться с акцентами и с нотами в самом проходе. Далее перешли к басовой фигуре, и вот мой вариант обыгрыша третьих-четвертых тактов. После басов у нас идет такт-связка со следующей частью, и здесь я попробовал сыграть кантри-слайды. Вполне вроде неплохо получилось, но, вероятно, на большой скорости может быть немного скомкано. У нас нет задачи максимально все усложнить, но все же... Вот еще возможный вариант обыгрыша. Музыка.
далее по гармонии. У нас идет обыгрывание аккордов ми бемоль и си бемоль. Звучит два такта ми бемоль и два такта си бемоль. И эта фигура строится на два такта и играется в одинаковой форме на ми бемоль и в одинаковой форме на си бемоль. И данную фигуру я оставил пока без изменений. Оригинальную фигуру изменять особого смысла нет, то максимум можно поиграться с ритмикой и акцентами. Переходим к последней строчке нашей темы. Вот мои варианты. Здесь нет яркой мелодии, поэтому слушатель не будет требовать точного повторения. Важно соблюсти общий принцип. Мы должны в начале фразы выйти наверх, затем в несколько тактов спуститься вниз и как бы закрыв наше блюзово рок-н-ролльное предложение. Ну и вот возможные варианты обыгрыша. Примерно такая общая концепция. Далее я планирую разобрать разные варианты соло к этой песне, и там мы сможем рассмотреть все нюансы подробно. Ну вот, пожалуй, на сегодня мы закрываем тему вступления Johnny B. Goode. Надеюсь, что для каждого найдется что-то полезное. В группе ВК я дополнительно выкладываю таблатуры и медиафайлы, так что не забудьте заглянуть и туда тоже. Напомню, что если вам полезен канал и вам нравится то, что я делаю, вы сможете поддержать меня подпиской, комментарием, лайком или донатом. Ссылки будут в описании. Ну, а сегодня я желаю вам классных гитарных пассажей. До скорых встреч и пока!